Если человек хочет продать свою квартиру, дом или дачу, не вставая с дивана, то с 13 августа 2019 года совершить полностью дистанционную сделку у него не получится. В силу вступил закон, регулирующий порядок применения усиленной квалифицированной электронной подписи при проведении сделок с недвижимостью. Новые правила устанавливают возможность проведения таких сделок только с письменного согласия владельца дома или квартиры. Иными словами, если человек считает возможным проведение сделок с находящейся у него в собственности недвижимостью в электронной форме с использованием электронной подписи, ему сначала нужно лично прийти в Росреестр, чтобы выразить свое согласие на проведение сделки в традиционной форме.